опять международный мастер, Доста 07. Джулиан Эстрада, Мексика. У меня сегодня Бразилия, Мексика, какие-то такие страны. О, давайте B4. Тут надо подрывать центральную пешку. И C5. Открываем диагональ для слона. Хочу сюда слоника запульнуть. Подрывает. Ну что ж, дадим ему шаг проверочный. И здесь пешку на B5 ставим. Отдаем пешку на C5. Жертвуем. Но зато конь на B8 пока что вне игры. Давайте выводим. Сейчас грозит взятие и потом двойной удар. Поэтому должен немедленно что-то делать с этой угрозой. Вот, например, так сыграть. Да, конь выходит на H6. Может быть, побить на D4 здесь пока не поздно. Мне кажется, взятие на D4 заслуживает внимания. Пешка. Теперь рокировка. Вроде можно рокировку сделать, да? Вот это коня на F5. А если шаг здесь? Отступил. Мне сразу хочется как-то так перестроить позитуру. Не получится такого? Как-то слишком нагло, да? Можно даже так попробовать сыграть. Так, кстати, тоже неприятно. Размен вот этот. Там взять в том шаг. Давайте попробуем такой. Надо все-таки фигуру развивать немножко. Развиваем фигурки. Король немножко неудачно расположен тут. Под прицелом моих слонов. Задумался там. Взял. Я взял ферзем с шахом. Перекрылся конем. Теперь же D4 я могу побить просто, да? Вроде бы. Давайте. Пешечка не орешком. Еле. Тут связка работает. Не дает ему побить слона. Он пытается убежать королем на G7. Может быть, так еще поддеть его немножко, чтобы выбить опору из-под коня. Он там король G7, я взял. Он взял ферзем, я шах ладьей какой-нибудь. Да, давайте попробуем. B6. Хочу выбить опору из-под коня D6. А, вот так он развивается, да? А если сюда побил? Взял и конь B5. Мне кажется, это победа, нет? Ну-ка, взяли. И конь B5. Связка, тут двойной удар, там все на свете. Просто победа, разгром. А, ему хоть бы что, продолжаем борьбу, да? Могу ферзем побить, могу слоном, конем. Давай ферзем, ладно. Не будем мудрить, просто размен. Но мне кажется, все. Партия закончилась, да? Там еще будет пытаться создавать угрозы мне, да? Ладно, пока конь А3 защитился. Так, пешка поле C2. Заканчиваю развитие. Пешка это под боем. Можно даже съесть, наверное, ее.
Могу сыграть ладья b1, ладьей попытаться съесть. Не дает, да, ладьей? Ладьей было слишком нагло, наверное, да? Ну, давай попытаемся размены вынудить. Ладно, пошел в атаку. Взяли конем. Отступает. А я тогда вперед. Нападает на что-то, но я могу съесть сюда. Вроде бы. Опять нападает. Да что за... Тихо. Сюда могу, интересно? Давай сюда такой ход. Напал на две ладьи. Дети меня напугали. Ну, ладейку съели. Есть победа. Сколько времени я готовлю разбор партии для видео? Но всегда по-разному. Бывает где-то полчаса, наверное. Около получаса примерно. Может быть и больше, и меньше. Но международного мастера мы обыграли достаточно легко. Давайте обзор посмотрим. Достоевский, не рокировка и наказание. Это точно. Ну да. Давайте смотреть. Это все теоретические ходы. c5. Шах. b5. Слон c4. Конь h6. Уже ошибка. Взятие. Рокировка. Очень много ходов, получается, он делает одними и теми же фигурами. Слон А3 нормально. Ну да, и здесь конь D4. B6. Ну и, в общем-то, после конь B5 можно опускать занавес. Сила кандидата в мастера против международного мастера из Мексики. Ладно, давайте, чтобы не пропустить партию, следующую вернемся.